Доброго дня. Сегодня у меня вот такая вот. Я расскажу про коллекцию своих статуэточек тут. Ну, начнем с чего? Коротко сейчас сразу. Вот такие вот карета с четырьмя лошадками. Потом дельфин. Потом парусник. Ну, здесь у меня один, он пока вообще, он два их идет, сразу скажу, комплект. Такая вот девочка. Вернее, это русалочка. Шахтер. Корона. Коронация королевы. Все там указано, расскажу. Ну и вот такой вот ананас. Ну что, начнем с ананаса. С латунного. Вот так он открывается. Тут блеск какой, прям как чуть ли не позолота. Если оттереть, он блестеть будет. Видите, ну довольно массивный. Видите, тут толстая такая штукенция. Здесь, сами видите, там вкручена гаечка. Тоже, по-моему, все латунное. Ну, типа это ведро до льда, но она вообще маленькая, больше, наверное, декоративная. Видите, там загрязнено, потемнел, хотя, видите, он блеск должен быть, как у золота быть. Здесь ничего, никаких штампов нет. Но это вроде такая европейская, я знаю, в Америке такие любители есть различные, потом подсвечи есть такие различные вещицы. Вот такой вот ананас, но он весьма недешевый. Вот, купить его я видел в интернете по 6, по 7 тысяч, но, ну, может, кто-то, конечно, и по 5 торгует, но... Сразу вам скажу, надежды, дешево купить его не получится. Может, у кого-то есть возможность, но не знаю. Ну что, убираем его в сторону. Ну, высоту сами видите, тут где-то 25 сантиметров ориентировочно, вот так вот. Здесь у меня полка 28-29, что-то, ну вот. Убираем в сторону. Довольно декоративно, может, туда что-то положить, что хотите. Какую-то маленькую бутылочку, заначку, деньги туда можно валить, мелочь. Доллары у кого есть, ну и так далее.